Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала, я с вами Марина, мы сегодня находимся на занятии в ДК «Сахарник. Старше, круче» программа. Всем раздали вот такие вот лабиринты. Смотрите, мои дорогие друзья, у нас здесь у всех разные, и мы все будем сейчас думать, как нам поступить, что нам вот отсюда, видите, начало. И до звездочки мне надо добраться. Вот так, мои дорогие друзья, будем искать, как найти все. Будем делать старше, круче программа. Видите, мы сидим все, карандашка, да. Ну вот, видите, нарисовали. Все нарисовали, все вышли, все нарисовали, все мы молодцы какие. Я уже отдала. Вот, видите, какие красивые. Ой, даже здесь вообще какие оригинальные. Это все мышление развивает наше. Разум, да-да, вот подсказывает. Видите, молодцы. Итак, дальше. Дальше. Так, теперь вот второе у нас задание дали. Это вот надо найти, смотрите, например, А10, вот А, и тут вот 10. Видите, вот она. Это все вот так я должна сейчас все вырисовать, нарисовать. Также здесь, вот видите, здесь цветными карандашиками. Парусник даже не знаю. Ничего, все сделаешь. Все сделаешь. Так, обводи. У Тони какая-то. Корова. Да. Рисуем, рисуем, девушки. Да, все, господи, так, что там? А, понятно. Такая же. Сколько видите? Вы будете делать? А что будет-то? 4. Что будет-то? Будете солнышко делать. Солнышко. Ну, красивые такие фигурки. Ой, господи. Вот дали нам нитки, дают нам палочки, шпажки, вернее, будет сказано, дорогие мои друзья. Солнышко какое-то будем вот делать. Это называется солнечный символ из ниток. Это наша русская мандала. Если в Индии для мандалы используют различные цвета ниток, то для нашего солнечного символа чаще берут нитки ярких солнечных цветов. А, из этих палочек надо и на палочки намотать. Да, из этих палочки надо крест-накрест сделать. Поняла. Либо из двух палочек, либо 4 палочки. Будет крест-накрест, будет восьмерочка. Вот. Кто сколько хочет нам показать чего-то. Так, сейчас я вижу тебя. Пусть покажет, правда? Сначала нам нужен... Так, хотите сделать вот из двух палочек? Будет 4 вот... А это уже не солнышко. Вот, это вы как... Нет, оно получается. Солнечный символ не так. Хотите сделать из 4 палочек? Будет вот так. 7 надо. Вот такие красивые все. Ой. Смотрите, это мой, не скажу чей. Так, вот смотрите, как так, женщины давайте, наши давайте. Умели. Смотрите, какие красивые. Мастерицы натура, да-да, смотрите. У каждого свой стиль. Смотрите, какие красивые. Так, сейчас вот так. Так, снимайте, фотографируйте. А, давайте в руки возьмете. Так. А то смотрите, еще какие... Так, еще у кого? Вот она, мол, какая яркая, красивая. Конечно. Яркая. Давай, так, давай свою показывай. Свою показывай. Твой. Вот твой. Какая красивая. Твой. У каждого твой. Свой стиль. Так, мне надо взять. Вот так. Такая красота. Пожалуйста, пожалуйста. Здесь смотрим. Меня тоже там щелкают. Очки саму сейчас. Вот так. Красота, красота. Вот такая красота. А теперь мы их выкладываем и смотрим красоту эту.
Да, вот так. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотри, какая красота. Красота необыкновенная. Тоня, ложи, ложи. Антонина, ложи. Ой, это Тонина такая. Это моя. Все красивые. Необыкновенные, чудесные все. Дакоты. Вот что значит, у каждого свой стиль, у каждого своя выдумка. Все у каждого по-своему. Да. Нежно-нежно помассируйте. Да не буду я, не буду. Я и себе. Массируй глаза. Массирует, массирует. Так, все, дорогие друзья, теперь мы будем пробовать чай пить. Пастилу, которую я принесла, сухаты. Все будем угощаться. Так кто то не пришел. Я молитв придет. Сам... Хотел сказать стихи, чтобы принести ей почитать. А, вот видишь, стихи. А почему ты нам не почитаешь? Ну, Люся, пускай прочтет. Она где-нибудь спрятала. Не, а у тебя да? Твои стихи. Ну, я, да, она наверху. Ну, почитай, я вот запишу. Ну, кто-то в интернете послушает. Лю. 26-го она сказала, тут вручение медалей. Здесь вот соберемся, тогда мы почитаем. Не, ну сейчас-то можешь почитать. Значит, секрет. Наверх идти, ну секрет, ладно. Секрет. Так что всем хорошего дня, хорошего вечера. А мы будем пить чай. Не кто не пришел, тут пусть. Теперь что сделает, кто не пришел? А? Приходит в следующий раз. Нет, не в этом дело. Пусть завидует нам, что мы так спокойно два часа хорошо отдыхали. Общались, разговаривали на все темы, занимались. Ой. Да, дорогие женщины, точно? Ну все, пока-пока, счастливо всем, хорошего всего-всего.